Вновь работает. С сегодняшнего дня Барнаульский торговый центр «Геомаркет» вновь возобновил свою работу. Решение принял суд Октябрьского района. Часть арендаторов сможет приступить к работе уже завтра, 23 января. Стоит отметить, что прилегающий к ТЦ деловой центр «Гео» продолжал свою деятельность без каких-либо ограничений. Напомним, в конце прошлого года «Геомаркет» не прошел проверку противопожарной безопасности. В итоге суд постановил закрыть ТЦ до устранения выявленных нарушений. Арендаторы были вынуждены временно переехать в ТЦ «Москва» на Павловском тракте. Все ли вернутся на прежнее место торговли, пока неизвестно.